20 years ago, on February 1, 1992, the United States raised its flag over the first foreign embassy in Bishkek, Kyrgyzstan, at that time, one-story building on Erandik Boulevard. It is fitting that the first U.S. embassy in Central Asia opened in Bishkek on a street named Freedom. Stavunya. Граждане наших двух стран стали встречаться, чтобы обменяться своими мыслями о жизни и культуре. В течение 20 лет более 3000 граждан Киргизской Республики посетили Соединенные Штаты по государственным программам обмена. В то же время учителя, специалисты, художники, представители бизнеса, волонтеры из корпуса мира, туристы, студенты и многие другие американцы побывали в Киргизстане. Американцы, вернувшись из Киргизстана, делились своими впечатлениями со своими родственниками, друзьями и коллегами. В течение этих 20 лет мы достигли многих успехов в наших двухсторонних отношениях. Правительство Соединенных Штатов Америки вложило более миллиарда долларов в качестве помощи через агентство США по международному развитию и другие правительственные организации. С этой помощью начал свою работу Американский университет в Центральной Азии, были созданы системы образования и здравоохранения, как микрокредитование, проводилось обучение предпринимателей. Помощь США также ускорила реформы в экономическом и аграрном секторах, восстановлению домов и зданий на юге республики в 2010 году и многим другим делам. Кроме того, размещая на своей территории центр транзитных перевозок в международном аэропорту Манас, Киргизская Республика играет огромную роль в сохранении безопасности в регионе, и Соединенные Штаты высоко ценят этот вклад в международные усилия по стабилизации Афганистана. Я являюсь в основном по счету послом США здесь. Многие лидеры высокого ранга, в том числе 4 государственных секретаря, другие представители правительства, члены Конгресса, посетили Киргизстан в знак нашего крепкого сотрудничества. На сегодняшний день Киргизская Республика является лидером в области политических реформ в Центральной Азии. У вас новая конституция, правительство, избранное народом, и руководство, первичной целью которого является вести страну по пути прогресса и стабильности. Мы твердо намерены поддерживать народ Киргизской Республики в этом пути. Эта страна вправе гордиться самым активным гражданским обществом и свободной прессе, двумя составляющими, открывающими для Киргизской Республики двери во мировое сообщество демократических стран. Как сказала госсекретарь США Хиллари Клинтон, вы первооткрыватели. Огнитесь вокруг себя на регион. Вы пытаетесь делать то, что до вас никто еще не делал. Мы хотим вместе решать общие проблемы и вместе радоваться общим успехам. Мы хотим совместно добиваться общих целей, таких как укрепление государственных границ и экономики страны, развитие туризма, борьба с таким глобальным злом, как терроризмом, ВИЧ, перевозкой наркотиков.
Мы также хотим вместе работать с вами над продолжением политических реформ и установлением ответственности в Киргизской республике, в то же время обеспечивая уважение прав человека и гражданских свобод для всех живущих в этой великой и прекрасной стране. На эту неделю мы начнем закладку нового, более просторного посольства США в Бишкеке на проспекте Мира. Эркендеттен паштаб эме тенштык күчүсүнү үтүп жатабыз. Америка жана Кыргызстан бул эки баалуулукту аябай бийик аздектейт. Ошондуктан бул идеалдар биздин досугубуздун келеки доруна алып барат деп мен ушул дилимден ишенемин.